подведены итоги Международной сертификационной олимпиады «Траектория будущего». Второе место заняла воспитанница Анапской станции юных техников Анастасия Круглова. Олимпиада объединила школьников и студентов в возрасте от 13 до 23 лет со всех уголков России. В ее региональном этапе в различных номинациях приняли участие 13 073 человека. В полуфинале 728, в финале 282. Анапу в номинации «Робототехника» представляли Анастасия Круглова, Никита Миронов, Евгений Котов, руководитель Кристина Юсупова. Ребята успешно прошли региональный этап тестирования, выполнили творческое задание полуфинала и вошли в десятку лучших. Финальные испытания в данной номинации не предусмотрены. Победитель и призеры определены по итогам полуфинала. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.